25 июня Егору Криду исполнилось 24 года. Одной из первых музыканта поздравила победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина. Девушка написала в Инстаграм трогательное сообщение и опубликовала совместную фотографию с Кридом, сделанную на их первом свидании в шоу. Ранее Егор заявил, что расстался с Дашей. Судя по всему, это правда, ведь на вечеринку по случаю дня рождения музыканта Клюкину не пригласили. Крид отметил 24-летие в московском караоке-ресторане «Кадриль». Поздравить музыканта пришли Тимати, L1, DJ Smash, Михаил Галустян, Юлия Барановская, Игорь Гуляев, Наталья Рудова, Пашу, Хана и другие. Ведущим вечера был шоумен Александр Белов. За развлечения отвечала студия «Союз». Ребята проводили среди гостей музыкальный конкурс. Также гости играли в приставку и принимали участие в фокусах. Кульминацией вечеринки стал праздничный торт, который изготовил известный в звездных кругах кондитер Ренат Ахзамов. Десерт был выполнен в стиле шоу «Холостяк». На верхнем ярусе расположена фигура Егора, а на нижнем две невесты в свадебных платьях, карабкающиеся к певцу. Торт также украшен лепестками красных роз, символом проекта. Перед тем, как задуть свечи, Егор заявил, что рад разделить этот вечер с близкими ему людьми, а его желание, чтобы все эти люди были здоровы.